Примерно в конце сентября, рассказывают очевидцы, к остановке подъехала машина. Кота оставили на скамейке и уехали. С тех пор и днем, и ночью, в дождь, снег и холод, животное сидит и ждет, когда вернется хозяин. В огромных голубых глазах грусть и тоска. Хорошо, хоть люди на остановке попадаются сердобольные. Кто поесть принесет, кто приласкает. О грустной судьбе пушистого красавца знают немногие. Он все время здесь. Может, уже хозяйки нету, кто его знает. На остановке расположен торговый киоск. Его работники рассказали, что молодечницы уже два раза хотели приютить кота. В первый раз женщина забрала его домой, а тот сбежал и через два дня опять появился на остановке. Другим потенциальным хозяевам повезло еще меньше. Кота взяли на руки и хотели унести, но он снова показал характер. Уже через пару метров вырвался и вернулся к месту обитания и ожидания. Единственное, на что согласился, принять в дар ошейник. Его принесла жительница Молодечна, узнавшая о нелегкой кошачьей судьбе. Тяжело тебе, голубоглазый. Скорее всего, несчастное животное привезли издалека, иначе кот уже нашел бы дорогу домой. Увидит ли хозяин репортаж, одному Богу известно. А преданный кот по-прежнему ждет и с тоской провожает взглядом проезжающие автомобили. В маленьком сердце живет надежда, что за ним обязательно вернутся. Ольга Трубач, Лепольд Топтункевич, МКТВ. Ганс. Просыпайся. Проснись. Смотри, что у меня есть. Мячик. Будешь играть в мячик? Давай. Давай мячик. Давай мяч, неси сюда. Неси мячик. Ганс, лови. Давай мячик сюда, давай. Давай мячик. Ганс, давай мячик.